Это обычная сумка от Варвара 380. Ну, помимо сумки, здесь еще влез спасательный жилет надувной, коврик в палатку, второй спасательный жилет от Time Trial, веревки и, в принципе, все. Но речь идет не о Варваре. Сейчас я вам покажу. Угадайте, что сейчас на мне одето. Никогда не догадаетесь. Опа. Это новая разработка от компании Time Trial. И здесь внутри находится катабайт и все, что нужно для сплава. Все в одной сумке. Сумка сразу оснащена боковыми лямками для переноски одному, а также оснащена впереди и сзади лямками для переноски вдвоем. Сумка также оснащена вот такой возможностью вставить сюда алюминиевую трубку и, как у нас говорят в туризме, приколхозить колесики любого диаметра и просто волочь эту сумку за собой, как тележку. Так как сумка экспериментальная, вот эта возможность ставить трубу пришита не с той стороны. Она должна быть сделана вот с этой стороны, ближе к спине. Тогда, в таком случае, сумку можно будет тащить на колесиках. За счет того, что в ней присутствуют весла, сумка не прогибается. Ну, давайте детально, что сюда помещается. Так, что у нас сюда влезло? И чем же хороша эта вещь? Сумка сделана с капюшона на стяжках. Сверху оборудована вот такой вот завязкой. Как вы можете видеть, сюда помещается 90% вещей, которые нужны в походе и которые связаны с плавательным средством. Ну вот эта вещь навряд ли вам что-то расскажет. Это одевается на мотор. Это крыло, чтобы мотор не подсасывал воздух. Сюда у меня поместилась моя же пенка, тонкая, не надувная. Здесь же находится полноценный насос. Также это ремкомплект. Здесь все пассатижи, клей, веревочки, сапоги. Это сидушки, 4 штуки от катамарана. Странно, что эта нитка оказалась не в ремкомплекте. Сидушка, весла, два весла, трех собирающиеся из трех частей. Ну и плюс здесь еще внутрь можно напихать достаточно много. Вот такая вот сумка для дальних путешествий. Я думаю, что тем, кто собирается на какие-то поездки на дальние расстояния, на Урал, либо там в Карелию, да и вообще, скажем так, по России, подобная вещь будет крайне необходима и крайне удобна. Вы сможете сюда положить все возможные свои вещи, упаковать ее более плотно и с комфортом и удобствами с одной упаковкой путешествовать, куда вам вздумается. Упаковывается такая сумка крайне быстро и просто. Вы укладываете в нее, будь то Варвар,
будь то Вега, любую надувную лодку. Заполняете пустоты, затягиваете стяжками на карабинах вот таких. И все. И вы готовы к дальним путешествиям. Обратите внимание, что я не забивал плотно эту сумку, сюда еще поместится, вплоть до котелков и какой-то посудной утвари. То есть здесь еще есть куда место заполнять. Плюс стяжки, они также затянуты достаточно свободно. Здесь еще можно что-то укладывать. Сумка экспериментальная, но обращаю внимание, что сделаны качественные плечевые ремни, которые затягиваются на поясничную зону и на грудную зону, что в принципе позволяет одному человеку достаточно приличное расстояние комфортно транспортировать данную сумку. Если вам нужна такая сумка, в которую можно упаковать например варвар и взять с собой плотно набив достаточно много вещей, включая все туристические принадлежности, это может быть и топоры, и различные котелки, и прочее, обращайтесь к компании Time Trial, она может вам сшить сумку под любые ваши нужды и размеры.